Одесская областная филармония в конце сентября открывает 167-й сезон. Любителей музыки ждет интересная разноплановая программа мероприятий как самого открытия, так и на весь период. Это и премьерные концерты, и вечера памяти знаменитых одесситов, и, конечно же, фестивали. Кроме того, активно, как и в прошлые годы, будет вестись абонементная работа. Каждый год увеличивается количество абонементов, охватывающих разные возрастные категории зрителя и удовлетворяющих любые музыкальные вкусы. Ныне их уже 19. Очень многие перешли из прошлых лет, часть обновилась. В этом сезоне появился первый международный абонемент совместно с французскими исполнителями, который называется «Бернар Струбер в Одессе». Сегодня Бернар Струбер – гость нашей студии. Приветствую вас, Бернар. Одесский зритель знает вас по органным концертам и по участию в джазовых фестивалях. Когда в вашей жизни появилась Одесса? Одесса est apparue dans ma vie. Одесса в моей жизни появилась случайно. Я решил в какой-то момент своей жизни просто изучать для себя русский язык. И моим преподавателем оказался человек из Украины. В этом году Одесская филармония открывает первый международный абонемент с вашим участием. 5 концертов за 100 гривен. Вы рады такому сотрудничеству? Что это будут за концерты? Alors avec la Philharmonie, il va s'agir de... Да, это очень интересный проект. Очень важно подчеркнуть, что это первый международный абонемент в Одесской филармонии. В Одессе еще таких проектов не было. Каждый из 5 концертов, в нем будут участвовать иностранные музыканты. И что еще очень важно, что я бы хотел показать ценность украинских музыкантов, соединив их с французскими и другими иностранными. Бернар, как вы составляете программы подобных концертов? Это ваш выбор или вы ориентируетесь на советы одесских музыкантов? Alors, les choses se sont passées extrêmement simplement. On m'a présenté, on m'a dit les... Все прошло очень естественным образом и просто. Дело в том, что мне в Одессе представили очень хороших музыкантов, художественного руководителя Игоря Шаврука, ансамбль солистов «Ренессанса», потом ансамбль «Мозаика» группы «Зира». И также я познакомился с руководителем детских хоров. И исходя из этого, мы уже сделали программу. Итак, в октябре состоится первый абонемент, первый концерт. Какая это будет музыка, классическая или джазовая? Alors, mon profil est... А вы знаете, мой профиль состоит из того, что я всю жизнь, с тех пор, как я маленький, я играл на разных инструментах, на органе классическую музыку, на пианино джаз и на гитаре более роковую. И вот уже имея какой-то опыт и жизненный, и музыкальный, мне кажется, что у меня наконец-то получилось связать это все воедино и сделать такую смесь интересную. Что для вас импровизация? Импровизация – это писать без ручки. Как вы пишете музыку, когда садитесь за музыкальный инструмент, или она у вас складывается постоянно в голове? Ну, иногда нужно в голове отдыхать, поэтому иногда я играю чужие произведения, уже другими людьми полностью написанные, особенно классическую музыку, именно для того, чтобы отдохнуть, чтобы расслабить мозги. Кроме того, что вы музыкант, исполнитель, вы еще и композитор, пишете музыку. Какое произведение родилось совсем недавно? Мое последнее произведение – это композиция на стихи французской писательницы, которая в средние века жила, Луис Лабе, которую я считаю первой современной женщиной в истории Франции.
Это моя собственная музыка. Я бы сказала, что это романтическая музыка, достаточно ритмичная. И, возможно, высоковероятно, что с неожиданными вещами. Probablement inattendu. Если бы одесский колорит можно было переложить на музыку, то какая бы это была музыка? Bah, je pense que c'est une musique assez chaude. Я думаю, что эта музыка будет в первую очередь теплой, горячей, потому что в городе очень много теплых цветов, вот желтого цвета очень много, это мой любимый цвет. И я думаю, что это очень активный город, в котором много движений, я думаю, что музыка будет где-то такой же. Les gens ont besoin de bouger, c'est une ville très animée aussi. В этом году будете принимать участие в джазовом фестивале? Я участвовал в фестивале джазовом в 2011 году, и мы играли концерт в честь From Zappa. Будут ли у вас еще концерты в Одессе, кроме участия в абонементах Одесской филармонии? Je vais jouer, participer à d'autres concerts. Да, я буду участвовать тоже в других концертах. В том числе это будут концерты органной музыки. Например, через день после первого концерта из абонемента у меня будет органный концерт в Николаеве. Le lendemain du concert de la Philharmonie, je vais jouer un concert d'orgue solo à Nikolaïev. В Страсбурге, где вы работаете и живете, преподаете, вы рассказываете о своих одесских путешествиях, одесских вояжах, гастролях? Oui, bien sûr, j'ai raconté. Je suis, par exemple, venu jouer. Да, я в Одессе принимал участие в органном концерте в декабре прошлого года, и после этого у меня были концерты в Ровно, в Киеве и в Харькове. Например, в Харькове со мной должны были участвовать другие французские музыканты, но, к сожалению, они побоялись и не поехали на этот концерт. Какое основное правило востребованного и интересного музыканта? Правило очень простое. Естественно, что нужно очень много работать, это понятно. Но главное, нужно получать от этого удовольствие, то, что вы делаете, и иметь достаточно много терпения. Ну что ж, мы с удовольствием будем ждать ваших концертов, которые состоятся в ближайшее время в филармонии. Спасибо. Спасибо.